Всем привет, дорогие мои. Голос немножко у меня возвращается. Решила я снять видео. Никуда я не пропала. Я здесь, я с вами. Дети растут. Бабушка здесь ходила, кошечек кормила. В общем, короче, поголовье у нас тут увеличилось до 14 пчелокошечек. В общем, народу много приходит. Много народу. Вот. Я иду курочек кормить. Снег у нас растаял. У нас снег растаял. И прям сегодня очень тепло. Уже, конечно, девушка наученная. Уже теперь, видите, не в шортиках. Да. Но мне кажется, у меня это был какой-то вирус. Я так думаю. Ой. Ну что, сейчас курочек выпущу. Сколько листочков попадало. Ой, красота. Красота. Курочек у нас... У меня уже... Ой, не закрыла. Сейчас убежи. Убегут. Пока нельзя. Бабушка еще здесь. Соответственно, с Динуськой. А Динуська у нас... Ой. Чифуль, привет, Чифуль. Чифуль. А Динуська у нас, как известно, охотница. Да. Да-да-да. Да ты мой хороший. Да. Что ты мне такое рассказываешь-то? Да. Что-то у меня тут опять с фокусом никак не уменьшается. Ну ладно. Чифчик, давай я вам тут насыплю немножечко. Да ты мой хороший. Да. Да. Голос у меня, видишь, какой скрипучий. Скрипучий голос. О, вот насыпала я вам. Молодцы. Давайте. Мальчик мой. Ничего у нас нового. Абсолютно. Ой. Так. Гортензии. Ну, надеюсь, не пообломаются. Конечно, если будет сильный снег, они могут обломаться веточки. Ну, ничего страшного. Вообще ни разу переживать не буду. У меня какой-то наступил период, когда я раньше, я помню, бегала за каждым цветочком. А теперь как-то этих цветочков уже очень много. И поэтому я абсолютно спокойно. Голуби полетели. О. Абсолютно спокойно ко всему отношусь. Да, поболела я славно. Температура вообще высокая была и держалась. Очень похоже на ковид, потому что ковидом я болела в том году. Но ничего, потихонечку. Так все тяжело дается. Ой, вроде как болезнь отступила, но что-то прям вообще так все тяжело дается. Голос никак еще до конца не восстановится. Вот. Так что вот так вот. Месяц закончился, хватит болеть. Тут месяц какой-то вообще столько всего произошло. Поэтому надо месяц начинать уже нормально. Хватит болеть. Надо уже рецепты какие-то снимать.
Задумок, конечно, у меня очень много. О, смородина висит. Вот это да. Красота. Вот. Листочки. Еще даже вообще ничего. Даже очень много зеленых. Ничего не осыпалось. О, розочки оттаяли. Ну и сейчас по-прежнему дальше, значит, будут радовать меня цветочками. Так что не скучайте, не грустите. Я здесь, я с вами. Рецептов у меня очень много в запасе, которым я обязательно должна поделиться. А, еще какое, знаете, какое? Произошло большое событие. Ну, для меня большое. Мой ютубчик. Написали мне, что я могу уже... Ну, в общем, перешла в следующую стадию. И теперь мне доступна монетизация. Ну, она, конечно, не совсем доступна, потому что Россия... России нету. Мне нужно было выбрать страну, а России там нету. Это мне для этого, наверное, нужно будет. Я так думаю. Зарегистрировать свой YouTube какой-то другой стране, только не в России. А для этого нужно будет купить там сим-карту и там зарегистрировать. Ну, наверное, как-то так. И, наверное, и налог там платить. Я даже не понимаю, как. Ну, в принципе, я когда заводила YouTube, у меня цели, я такой не преследовала, деньги зарабатывать. Но мне, конечно, интересно. Мне просто реально интересно. И у меня там теперь появилась новая опция – доход. Но если что-то там будет меняться, что-то, я буду вам рассказывать. Это тем, кому интересно, кто заводит свой YouTube ради денег. Я заводила его ради общения. И меня, в принципе, все устраивает. Вот, видите, сколько у нас детей. Опа! Разбежались, что-то их испугало. Ну вот, видите, услышали мой голос. Голос был еще хуже, сейчас уже все нормальненько. Уже, можно сказать, вернулся. Все, дорогие мои, всем хорошего настроения. Всех целую, обнимаю. Не скучайте. Нужно мне немножко восстановиться теперь. Выздороветь окончательно и восстановиться. И начну я все-таки рецепты. Я так думаю. У меня есть чем делиться. Все, дорогие мои. А пока. Пока.